Всем зрителям канала «Уральская усадьба» привет! Сегодня у нас 19 апреля. Сегодня будем начинать работу по монтажу теплицы «Легенда» шириной 3 метра, длиной 12 метров. Но сначала нам нужно демонтировать старую теплицу. Размеры те же. Теплица стеклянная на металлическом каркасе. Надо будет демонтировать и вывести и на ее месте смонтировать новую теплицу. Начали расстеклять теплицу, снимаем остекление, затем будем разбирать каркас. Так, остался каркас, сейчас начнем его пилить, складывать и вывозить. Вот все, что осталось от каркаса. Сейчас разберем последний отсек, и все, будет пустое место. Все, теплица разобрана. Шпалы убраны. Сейчас нужно вывозить мусор и потом начнем строить новую теплицу. У нас второй день работ по постройке теплицы «Легенда» 3х12. Сейчас начали собирать брус параллельно. Строим торцы. Работа кипит. Приступили мы к сборке теплицы. Половина каркаса практически готова. Стоит у нас перегородка, арки. Сейчас будем прикручивать торец дальний. И потом пойдем в эту сторону, ближнюю к нам. Поставили каркас, выровняли, закрепили брусу. Сейчас начнем крыть поликарбонатом. Одну стену покрыли поликарбонатом. Приступили ко второй стене. Параллельно идет монтаж грядок внутри теплицы. Там монтируются грядки. Покрыли наконец-то крышу мы поликарбонатом. Осталось надеть на нее торцевой профиль и зафиксировать. Теплица у нас практически готова. Осталось установить форточные блоки и грядки. У нас практически подошел к концу монтаж теплицы «Легенда» 3х12. Пойдем смотреть. Каркас теплицы у нас стоит на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком. Сам каркас сделан из профильной трубы 40 на 40. Заполнение из трубы 40 на 20. Связи из трубы 20 на 20. Все это дело покрашено полимерно-порошковым способом. Светло-серый цвет. Поликарбонат 4 мм, 0,8 плотность. Теплица у нас делится перегородкой. На перегородке осталось поставить поликарбонат в дверной проем. Пополам делится. В каждом отделении у нас есть стеновые фрамуги. С одной стороны управляется термоприводом. С другой стороны ручное управление. Также в каждом отделении по 2 форточных блока, оснащенных термоприводами. И система подвязки, 4 палки, назовем их так, находятся равномерно над грядками. Грядки сделаны из
профилированных пластин, назовем их так, секций, соединены между собой. Второе отделение, все то же самое, разрезная дверь, форточка, два форточных блока, помоги, все одинаково. На этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!